высота от основания, вон на вершине иголочки, видите, на самой высоте? 42 метра, это 12-этажный дом, и диаметр вот этой чаши 32 метра. Так вот, в 2001 году был поставлен рельсовый путь, потом поставили рельсовый путь и на какое-то время заморозили строительство, потому что, ну, как обычно у нас, отсутствие финансирования. В 2003 его возобновили, в 2005 ее ввели в эксплуатацию. На открытие этой антенны к нам приезжал господин Иванов, министр обороны, до Сердюкова пресловутого был. Помните, господин Иванов? Так вот, конечно, она имеет, в общем-то, военное значение. Ну а так, для всеобщего круга антенна принимает сигналы с космических объектов, находящихся от нас на расстоянии 100 миллионов и больше световых лет. То есть она принимает сигнал. И по этому сигналу ученые расшифровывают массу объекта, химический состав, излучение и так далее, и так далее. Ну,